Привет, ребятки! Ну что ж, мы продолжаем играть в игру Stick War Legacy. И идем завоевывать земли. Так, сейчас посмотрим. У нас холодные ледяные холмы. Мы сейчас играем. Все, идем. Посмотрим. Интересно, вообще, эта карта большая или нет? Ледяные холмы. Вы нашли лагерь элитных предводителей врага. Уничтожьте статую элиты. Окей. Хорошо. Так, сразу. Работников делаем. Так, какое солнце горит, а? Так, все, занимаемся добычей. Что у нас здесь происходит? А, вон что, смотри, идут эти наши ребятушки. Так, давайте сразу. Нам нужно сразу добывать деньги, то есть, да? Вот. И, конечно же, хотел бы парочку ребят, лучников. Ну, надо мне вот так вот сделать, все. Это максимум. Мы шахтеров поставили. Ну а теперь можно развивать наших лучников. Все. Первый лучник. Ждем. О, эти уже нападают. В смысле? Алло! Все в засаду, все прячемся. Нифига! Какие они быстрые! Смотри, как они сразу нападают. Офигеть! Но у нас эпичные вообще стрелки, поэтому мы их сейчас быстро зафигачим. Не переживай. Не переживай так. Сейчас мы их быстренько. Главное, чтобы они еще не шли. Хотя у них трое рабочих. Ну где они деньги взяли, а? Все, мы сейчас их убьем. Нифига они выкашивают, смотри. Все, все выходим нафиг. Они выкашивают конкретно. Выкосили нашу статую. Офигеть просто. Давай нападать на них. Всех рабочих сейчас убьем. Это прям вообще... У меня у статуи вообще мало энергии. Все, отходим, отходим, отходим. Нет, одного уже ранили, блин. Жалко. Жалко, конечно, жалко. Одного ранили уже. Все, стоим здесь. А ну, в принципе, поехали нападать. Ох, нифига. И у них еще и лучник есть, смотри. Значит, трое мечников и один лучник. Опа, убегают. Ну, это хорошо, что убегают. О, все, отходим назад. Отходим быстрее назад. Все, еще лучников берем. Все, рабочие. Ну, блин, мне жалко статую нашу. Ну, ничего страшного. Все, нападаем, нападаем, поехали. Побежали. Вот, смотри, видишь, они стоят здесь. Сейчас они будут получать люлей. Все, так, отходим. Отходим, все, мы отходим. Все, наши войска отходят, нормально все. И давай еще побольше лучников возьмем. Все хорошо. Все, поехали, нападаем. Лучников мне сколько? Раз, два, три, четыре, восемь, двенадцать. 13 лучников, нифига себе. Все, давайте, выстреливать, убивайте их. Вот, хорошо. И можно тоже им статую пострелять, в принципе. Немножко совсем. Все, давай, отходим назад. Отходим. Да, в принципе, пошли, нападаем. Нападаем как раз. Мы не должны им давать добывать ресурсы. Вот видишь, все. Начали отходить. Все. Все, сразу отходим, сразу. Все, не надо прям сильно горьковать. Хорошо, отходим. И все, пошли на бой. На бой пошли. Я хочу еще гиганта вызвать. А, денег не хватает. Ну сейчас, подожди. Все, уничтожаем их армию. Вот так, хорошо. Отходим, отходим, отходим. Ой, блин, ранил. А чего вы не отходите так? Долго сильно. Идут, ждут что-то. Все, пошли на атаку. Идем на атаку. Угу. Сейчас быстренько вас. Тысяч, 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 тысяч. О, есть, готов. Работников. Плохо, что я работников не успеваю. Все, отходим. Угу, все. Так, давай сразу гиганта одного возьмем. Сделаем. Так, пускай пока побегут. Ага, сейчас у нас 39 солдат. Сейчас посмотрим, как увеличится. Насколько увеличатся у нас солдаты. Если будет гигант. Все, давайте стреляйте. О, статуя уменьшается. Все, отходим. А, внимание, враг вызвал подкрепление. А, вот этого я и ждал, кстати. Вот этого я и ждал. Именно вот этот момент. У них еще гигант. Угу, хорошо. А где наш гигант? Вот, плетется, медленно идет. Давай быстрей.
Ага, все, отходим, отходим, отходим. А, все, он умер. Хорошо, в принципе, все, нападаем. У нас еще и гигант есть. Все, сейчас мы быстренько разрушим здесь все. Мне интересно посмотреть, как наш гигант будет. Вообще он дойдет или нет? Или его убьют? А ну-ка. Так, а ну-ка давай отходим. Типа якобы отходим, а сам не отхожу. И начинаю бить их. Опа, хлыбысь. Давай еще. Хлыбысь. Вот, нормально, молодец. Уничтожил. Виктори, победа. Ваши враги стянули ресурсы и войска на последний рубеж в темных горах. Будьте осторожны, враг может быть коварным. Хорошо. А, вот у нас есть очки опыта. Ну что ж, размер увеличиваем. Раз, два. Во, нормально. Ага, и я открыл максимальную статую. Хорошо. А вот это оболочки я еще хотел посмотреть. Что за оболочки, а? Типа можно такие кирки, листья, увеличение скорости создания, уменьшение стоимости. Офигеть, а я не знал, что такое вообще есть. Лед. А замедляет вражеские войска, недолгое замораживание от управляемой единицы. Давай вот эту штуку возьмем, листья. Увеличение скорости создания, уменьшение стоимости создания, дополнительное здоровье. И всего лишь за 100. А у нас 240. Берем, покупаем. Хорошо. Все, идем в бой. Поехали. Пустыня. Все, в пустыне играем. Не играть. Последний рубеж. Финальная битва. Все ваши враги объединились и хотят уничтожить вас за вас и захватить их земель. А, за захват их земель. Используйте все технологии, полученные за все время войны. Уничтожьте вражескую статую. Окей. Хорошо. Создаем сразу рабочих. Они, смотри, быстро создаются. Круто. И, во-первых, дешевле еще. Сразу давай еще. Ну, подожди. Сейчас подожди немножко. Что у нас там происходит? Ох, нифига, смотри, какие мощные, а. Давай сразу. А, ну, смотри, этот бежит уже, смотри, воевать. Давай вот этот. А, давай, давай. Ну, денег не хватает. Вот, давай вот, значит, вот этого дядечку. Так, все прячемся, все прячемся. Давайте его убивать. А что у нас здесь получается? Нормально все? Давай лучников побольше создадим. У меня-то, в принципе, статуя большая. Все, убили. Все, бегом. Работать. Всем работать. Собирателей, интересно, у меня достаточно же, да, количество? Во, смотри, видишь, напал. Мы его зафигачили. Все, дальше поехали. Давай, работай, работай. Один против этого, знаешь, сильного такого. Не знаю, не знаю. Конечно, они его убили. Все, давайте, выстреливайте, лучники. Сейчас я еще лучников наберу побольше. Во. Ой, смотри, убил. Такой, смотри, гад, а. Так, отходим. Нападаем, нападаем. Вот, смотри, наши не успевают нападать, да? А ну вот, кстати, лучники там стоят. Тоже, блин, 3 часа. В смысле ты на моего шахтера напал, гад, а? Я тебя сейчас нападу. Кто там стреляет? Давайте бегом. Ага. Нам нужно постоянно, короче, улучшаться. Ага. Тут давай, все, пошли, нападаем. А, все, он не жилец. Есть, я же сказал. Теперь вы этого стреляете, гада. Давайте, сколько вас там, господи. У вас еще лучников так мало. Так, отходим, отходим, отходим. Отходим, отходим, отходим. Нападаем. Все, отходим. Нападаем. Все, поехали нападать. Так, сразу лучников берем. Ну, они тоже, смотри, молодцы, лучников кидают. Вот, смотри, вот еще один лучник. Все, убегаете, да? Так, отходим, быстренько отходим, срочно. Видишь, как? Все, нападаем. Они бегут быстрее работать. Видишь, тоже они хитрые. Деньги нужны. Но ничего. Во, видишь, сразу убегают. Ага. Все. Отходим. Ничего, победим мы их спокойно. Это несложно будет. Смотри, видишь? Сейчас опять нападаем, и они сейчас убегут. Главное не давать, чтобы они золото фармили. Во. Приехали. Все, видишь, убили их. Все, домой быстренько отходим. Опа, промахнулся. Побольше сейчас лучников создадим. Все, в принципе, можно нападать.
Вот, видишь, смотри, бегут лучник с трезубцем, чувак бежит. Все, и они убегают. Все, мы тоже отходим. Да, не задело, все нормально. Так, а вы что, ребята, вы давайте побольше золота собирайте. Нам нужно побольше золота. Вот так, хорошо. Все, давайте нападаем. Армия моя бесстрашная, давайте бегите. Уничтожьте врага. Вот, а враг еще не успел ничего понять. Опа, они начали стрелять. Все, отходим. Срочно. Срочно. Все, ничего. Они восстановят здоровье, все будет хорошо. Давай с гоплитов сделаем. Вот этих. Даже можно еще колдуна сделать одного. Ну, в принципе, это не обязательно. И даже лучников еще сделаю, все. Так, отходим. В принципе, игрушка, она несложная. Тактика интересная. Все, опять нападаем. О, нет, это мой бежит. А я уже думаю, блин, что за чувак там бежит? Вот. Смотри, что сейчас будет происходить. Мы продолжим нападение. Мы нападение продолжим, не будем останавливать. И сейчас... А что ты встал, дурачок? Внимание, враг вызвал подкрепление. Все, ничего страшного, пускай идут. Мы их уничтожим. О, там еще и волшебник, смотри. Лучники наши уничтожают. Сейчас вот этого гоблина большого я сейчас вызову тоже. Так, отходим. Опа, нападаем. Все, готов, умер. Победили. Все, отстреливаемся и полностью уничтожаем статую их. Статуя уходит вообще махом. Смотри, видишь, как бежит. Ребятушки наши. О, их там, смотри, сколько много. Все, статуи. Крындык. Ох, нифига, смотри. А в статуе был великан. И что с ним будет? Он нападет на меня, нет? О, что такое там? Нифига себе, смотри, какой монстр. Быстрее, срочно кого-нибудь нам на подмогу. Офигеть, смотри. Офигеть. А ну, подожди. А он убил, что ли? В смысле? Он всех убил? В смысле, иди, нападай, ты чё? Он одним ударом зафигачил? Так, а ну-ка, интересненько, интересненько. Видишь, а с этим воюют еще как бы долго, да? Давай еще одного монстра. Офигеть, надо было максимально денег собирать. Ладно, это хитрость такая. Хитрость, просто-напросто хитрость. О, с одного удара высек всех моих стрелков. Да ну нафиг. Все, быстро-быстро все домой. О, они еще и так погибают. Офигеть просто. А что здесь один лучник? Давай, стреляй в него, быстрей. Офигеть, вы что творите? Короче, надо здесь монстром играть, большим. Офигеть. Ага. Не, проиграем. Ага, да. Вы должны использовать все, чему вы научились ранее. Управляйте отдельными войсками и наносите бонусный урон. А также используйте очки улучшений. Сначала и главное. Ага. Я думал, сначала это вообще сначала все карты. Ну что ж, в принципе, понятно, что и как. Мы... Сейчас будем делать, играть. Но в следующей серии. Обязательно я запишу финальную битву, которую я буду разносить в пух и прах. Я уже придумал тактику. Да. Спасибо, дорогой друг, что ты досмотрел до конца это видео. Поставь, пожалуйста, лайк. Напиши комментарий. И что ж. И жди следующие ролики. Обязательно я буду снимать. Всем пока-пока.